Я даже не знаю, что здесь находится. Что это такое у вас в руках? Это я не знаю, что такое. Честно, сама не знаю, что это такое. Я первый раз вижу. То, что задержанная видит в первый раз, оказалось ничем иным, как крупной партией героина. 39-летнюю уроженку Грузии поймали с поличным по пути из Москвы в Тольятти. Была остановлена наркополицейскими совместно с сотрудниками ГИБДД в Комсомольском районе города Тольятти. В ходе досмотра автомобиля в нем был обнаружен килограмм героина в одном свертке. При проверке выяснилось, что женщина проживала в Автограде без прописки. Сейчас ей предъявлено обвинение в сбытии наркотических средств в особо крупном размере. А это от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Роман Харасов, Андрей Тишин, специально для 63.ру.